Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакси Дмитрий. Мы продолжаем проходить Little Big Planet Karting. Опасная пропасть карта у нас называется. Следующая. Давайте приступать. Сейчас посмотрим, успею ли я прочитать то, что нам скажет королева в очередной раз. Между прочим, чтобы сравнить свой результат с результатами друзей, взгляните на таблицу рекордов друзей. Ну, вот у меня... Интернет сейчас не подключен опять к консоли, так что мы без всяких этих всяких сетевых возможностей и так далее. Ура! Отменяйте похороны! У тряпочки все получилось! Тебя ждет следующее сложницкое испытание. Сложницкое испытание. Мы посылаем тебя обратно под землю. На этот раз тебе точно не сдобровать. Вперед! Офигительная речь. Очень воодушевляющая, я бы сказал. Слушайте, смотрите, впереди 4 индюка едут на... Оу, подождите. Едут на... Ох ты, они всякие эти секреты забирают. Ёшкин дрынский! Ох! Да, короче, они едут на этом. На раковинах, блин! Ой, успел! Ой, успел! Ой, успел! Ой, успел! Ху-ху-ху-ху. Ускорение, пошли! Давайте я буду держать, наверное, себе пушки. Придерживать их, чтобы жахнуть в ответ тем, кто по мне будет бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, эти ребятушки в меня стрелять не должны, по идее. Отлично, новый приз. Ой-ой-ой-ой. Что-то меня запетляло, закружило, завертело. Нафиг слева, конечно, был батут, и мне на него нужно было. Но, ё-моё, мне важны эти секреты, не знаю почему. Бум! Вот для этого я их храню. Так, нужна еще одна пушка. Эй! Вот момент, который хрен просчитаешь. И вуаля, мы уже шестые. Ё-моё, так нечестно. Так, ладно, тогда будем атаковать. Лови, ублюдок. Вот так вот. Так, тихо. Ускорение. Секрет. Это все наше. Родное. Иди сюда. Нет. Да! Блин, справа еще один секрет был. Ну да ладно. Так, мы на третьем месте. Нет, это не подходит для нас. Промазал. Да, мазанул немножко. Эй-эй-эй, взял секрет. Полетели. Ракетушки. Давайте. Блин, что это было сейчас? Непонятная ерунда какая-то. Тихо. Фух, попал все-таки под ракету, ё-моё. И опять я на четвертом месте. Последний круг, между прочим, промазал по призу. Так, на третье место вырвался. И то радует. Тихо. Нет, тратить не буду. Мне нужно защищаться. Фу. Тихо. Вот надо было потратить. Нет. Вы в меня не попадете. Нет. Господа. Вот и секрет. Тихо. Взлетаем. Не трачу. Все еще не трачу. Вот это хороший вариант. Тихо, в меня летит. Ох. Защитились. Ждем подходящего момента. Тихо, здесь не вмазаться. И ускорение. Отлично. Справа приз был. Да плевать. Мой главное на первом месте. Опа. Защитился. Снаряд сбит. И вуаля. Чуть было на мину не взлетел. Слушайте, с первого раза первое место. Супер. Я, кажется, приноровился к игрушечке. Да, время 3 минуты 32 секунды. Ну, 32,370 секунды. Отлично. Первое место, да. Ну, не все призы собраны, но мы не за ними гонимся. Новые что-то там, бла-бла-бла, следующий уровень открылся.
Новый комплект призов. Новый бла-бла-бла. Все, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Шахтер. О, телега открылась. Нет, знаете, мне прикалывает наша нынешняя форма и машина. Так что я, пожалуй, на ней останусь и в этой форме останусь. Так что давайте мы выйдем в ракету, выполнять испытания начнем. Я даже удивлен, что первое место получилось сохранить, но вот видите, после предыдущего испытания ты начинаешь ценить именно не атаку, а оборону. Вот он, значок финального уровня. Даже не верится, как быстро летит время. Ну, сам, режим. Что значит финального уровня? Блин, мы прервали парня. Извиняюсь. Включай кондиционер на максимум, Сагбой. Нас ждет гонка по африканской саванне. Зноем раскаленной и полной странных тварей. Мы в прошлом году посылали туда картографа, чтоб все исследовал. Он славно поработал, наверное. Но так и не вернулся. Ну, удачи. Офигительно. Ну что ж, давайте. Ралли Саванна. Это какое-то испытание, только я сейчас не понял, какое, что... Щедрая душа, если ты ведешь в гонке, почему бы не послать остальным игрокам подарочек в виде старой доброй ракеты? Выстрели, отклонив левый джойстик назад, или нажми кнопку вниз. Да, ну то есть можно жахать не только вперед, но и назад, атакуя. Вот, но это мы знаем. Сможешь ли ты пересечь дикую саванну, при этом не получить ни царапинки? Ух ты. Следуй советам проводника, чтобы пройти опасное сафари за кратчайшее время. Вау, вот это будет интересно. Вот это будет интересно сейчас. Так, испытание цена взводе. Тут, походу, не круги. А, нет, два круга все-таки. Да. За кратчайшее время нужно пройти это сафари. Ика, входим в дрифт. Ой-ой-ой-ой. Оу, ты чё вылез отсюда? Я даже не знаю, кто ты. Блин, приз. А, нет, взял, смотрите. Оу, ещё один приз наш. Нет. Фу, успел. Успел, жив, цел. Да. Это довольно легко пока. Ой-ой-ой, ускорение. Ой-ой-ой, разворот. Нет, не до конца. Направо. Готов. Ускорение не было. Гадство! Черт возьми! Еще одно ускорение! Воу! Да, если вмажемся в стенку, то, естественно, у нас сбивается вот эта вот фигня! Черт, мы пролетели! Фигня под названием... О! Я не договариваю свои мысли, потому что здесь очень кшовая и драйвовая фигня под названием... Так, тихо, возьму... Да! Ускорение. Так, это я беру. А-а-а, дальше ускорение, черт. Особо опасно, когда дорога идет вперед, воздух, точнее, уходит вверх. Господи, я забыл, как произносить правильно некоторые слова. Это ужас какой-то. Особенно опасно, когда дорога уходит вверх, и после этого поворачивает налево или направо. В общем, резкий поворот. Каким-нибудь приколом еще. Внутри. Тихо, зачем я это сделал? Как просто маленький индюк туда-сюда повертелся и в итоге врезался в столб. Воу, тихо. Пару раз я все-таки нажахнул об стенку, да? Так еще и... Ой, не пару раз, очень много раз. Так еще и один раз помер. В общем-то, время у меня ужасное, отвратительное. Но все это за счет незнания карты, естественно. Маршрута, все дела. Сафари. Ой, опять секретик пропустили. Опять пропустили, хоть я и пытался его взять. Тихо. Да что за пинбол-то, ё-моё. Нет. Два раза умер. А, черт, сверху еще один приз был. Да, кажется, нам придется заново это все дело проходить, бык.
придется заново это все дело проходить, потому что хочется побыстрее, чтобы время было получше. Вот и финиш. Заезд окончен. В общем-то, какое место? Что? Первое? Соперников-то не было точно. Ну что ж, тогда ты не нужно заново проходить, по сути. Это карта для соревнования с друзьями, по всей видимости. Кто быстрее, кто круче и так далее. Так как в PSN я forever alone, то и соревноваться не с кем, по сути. Так, слушайте, да, вот эти карты, они тоже считаются за уровень. Слушайте. Режим сражения. Это последний, это значит, уровень. Хаос, вопли и Месилова. В нашем случае это кое-что похуже. Вместо того, чтобы мирно мчаться к цели, стараясь уложиться в отпущенное время, в этом режиме тебе придется беспрестанно давить соперников и палить по ним из всех стволов. Развлечение на любителя. В общем-то, да, по всей видимости, это последний уровень. Смотрите, у нас 9 уровней закончено, да? Какое стартовое? Вот это. Значит, подожди. Нет. Вот, 10. Значит, 11. 12. 13. Так, ну и вот получается. Да, вниз. 14. 15, 16, 17. Да. Это последний, и останется вот эти вот 3 открывающихся. И если они... если они вот из ряда соревнований для друзей по сети, то мы их, естественно, выполнять не будем. То есть получилась очень-очень коротенькая игра. Ну что ж, это в следующей серии, друзья, будет. Всем спасибо, всем пока.